Спасибо всем, спасибо за внимание. Останьтесь на своих местах, пожалуйста, буквально на пару минут. В исследованиях просто необходимы люди, которым наплевать на правила. И именно они подойдут к границе изведанного. Такого еще не было. Будущее целой области науки зависит от одного единственного события. Большой адронный коллайдер. Огромнейшее устройство, когда-либо созданное людьми, скоро наконец заработает. Берем два предмета и сталкиваем их друг с другом. После столкновения останется много всего, а вам надо разобраться, что это. Чтобы понять все, и никак иначе. Конечно, когда я начинал, я не думал, что эксперименты займут так много времени. Но вот я здесь, 30 лет спустя, а истины до сих пор не знаю. Я помню, вошла тогда, и я просто обалдела. Потому что тебе говорят, что там 5 этажей, под завязку забиты микроэлектроникой. Здесь работают 10 тысяч людей, свыше 100 национальностей. Данные обрабатывают 100 тысяч компьютеров, соединенных в общемировую сеть. Вообще-то, в ЦЕРНе и создали всемирную сеть, чтобы физики могли обмениваться данными. Это единственный шанс. Давайте начинать. Вот и момент истины. Учитывая сложность, и вот тут мы как раз на пару недель отстаем от графика. Пожалуй, самое время поднять этот вопрос. Это будет катастрофа для физики. И потом еще эта утечка гелия, магниты просто срезало скрепление. Полная катастрофа, да? Мы находимся на распутье, и интрига стала еще более захватывающей. Мы можем открыть новую силу или новое измерение. Как будто в комнате управления толпа шестилеток, у которых день рождения через неделю. Я бесконечно счастлив, что успел стать его очевидцем. Что бы мы ни узнали, это навсегда изменит представление людей о Вселенной.